96 спортсменов из всех регионов Беларуси приехали в Витебскую область, чтобы принять участие в открытом чемпионате и первенстве Витебской области памяти заслуженного тренера Республики Беларусь Анатолия Николаевича Трибуля. В эти же дни здесь прошел и этап Кубка Республики по групповой, индивидуальной и гонке критериум. Анатолий Трибуль в прошлом старший тренер Витебской области, и у наших земляков, участников чемпионата, был мощный стимул показать себя с самой лучшей стороны. Вчера победителем групповой гонки были представители Витебской области. Среди женщин была Полина Пивоварова, а среди мужчин был Бронислав Самойлов. Бронислав Самойлов выиграл и индивидуальную гонку, то же самое. Пивоварова была второй на индивидуальной гонке. Например, Бронислав Самойлов кандидат на Олимпийские игры в Рио этого года. Несмотря на успехи витебской команды, наши спортсмены ставят перед собой самые высокие цели. Полина Пивоварова – бронзовый призер чемпионата Европы, чемпионка Европы среди молодежи. Следующая цель белорусской велосипедистки – представить нашу страну на Олимпийских играх. В сборной Беларуси сейчас мы отбирались на Олимпийские игры, но у нас молодая команда, ну только по треку. Сейчас мы на шоссе ездим, а по треку в командную гонку ездим и отбирались на Олимпийские игры, но на последний старт нас немного не хватило, и поэтому у нас нету лицензии, к сожалению. Но на следующие Олимпийские игры мы готовы ехать, готовы бороться. Призовыми местами на соревнованиях были отмечены и спортсмены, которые приехали из Брестской области. Особая надежда брестчан – это юниоры. Но и старшее поколение спортсменов готово вступить в борьбу за награды. Николай Хивук, старший тренер Брестской области, не только воспитывает подрастающее поколение белорусских велосипедистов, но и сам принимает участие в заездах. Современный велоспорт меняется. Это уже не советский спорт, это уже немножко идет разделение детского спорта. Больше здесь уже родители деток приводят, больше уделяют внимание, уже больше, можно сказать, родительские моменты вступают в силу. Много родителей приезжают на соревнования. Сегодня вот и сын мой тут тоже присутствует. Каждый родитель вкладывает в своего ребенка сегодня душу. Каждый старается его найти в своем виде спорта. Вот, поэтому велоспорт немножко поменялся. Уже с детских лет дети относятся профессионально, также и родители. Велосипедный спорт – это гонки на треке и шоссе, критериум и многое другое. Благодаря своей зрелищности спорт популярен на всех континентах. Беларусь – не исключение. Соревнования, прошедшие в Витебской области, лишний раз это доказали.